И снова годное обновление на сам ProPad, или все же никому не нужное обновление для того, чтобы сделать вид, что разработчики взялись за проект. Давайте же узнаем это и оценим данное обновление. Желаю всем приятного просмотра. Сегодняшним утром вышла новость о том, что в ближайшее время на сервере будет введено обновление «Черный рынок». Давайте узнаем, что пишут разработчики про это обновление. Черный рынок контролирует та банда, которая владеет квадратом. При захвате банды черного рынка склад не обнуляется. Заполнять черный рынок могут бандиты, владеющие им. Прибыль черного рынка идет в банк банды. Лидер, владеющий бандой, может регулировать цены. Из доступного ассортимента – оружие, нарко, ключи от камеры. Звучит довольно интересно. Давайте же зайдем на сервер и оценим, как все реализовано. Достаточно годное и интересное. Надеюсь, что это не последнее настоящее обновление, и впереди нас ждут еще более глобальные обновления, которые вернут былой интерес и онлайн на сам ProP. А теперь по поводу плюсов и минусов обновления. Начнем с хорошего, с плюсов. Первый плюс – теперь игрок может более доступным способом купить оружие или наркотики. Ему не придется покупать оружие в АМА за бешеные цены и не придется искать бандита, который продаст нарко подешевле. Второй плюс – у банд появился смысл коптиться за данную точку. Но это уже будет и минусом, чуть позже скажу почему. Второй пункт мог бы быть даже более значимым, если бы в гетто уровень РП был чуточку выше и война за данный квадрат проходила необычным ДМО. Ну а теперь самое страшное, о минусах данного обновления. Теперь каждые 2 часа банды будут воевать именно за этот квадрат, что будет не совсем разумно, да и никто не отменяет того, что другие банды начнут ДМить обычных игроков. Второй минус не такой уж и критичный, но простота обновления бросается в глаза. Уж слишком все сделали в стиле сам ProP, обычное диалоговое окно без какого-либо текст-драйва и простейший интерьер, который сможет сделать даже начинающий маппер. Ну и что бы лично я добавил в данное обновление? Первое, это изменил правила владения рынком, а именно предоставил владение рынком той банде, у которой наибольшее количество квадратов, и сделал рынок нейтральной территорией. Во-вторых, изменил бы диалоговое окно на текст-драйв. Ну и третье, это финальное, я бы добавил возможность покупки военной формы. Думаю, лишним не будет это. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.